Скоро случится что-то очень важное. Твоя жизнь, старой девы, скоро изменится. Моя какая жизнь? Старой девы. Парни, хватит спать, уже играете. Он не сказал мне ни слова. Не спи, Алексей. Не переживай, еще скажет. Зачем нашей команде игрок, который не умеет стоять на коньках? Если нас допустят к турниру, выиграем такую же шайбу и поставим золотую рамочку. Москва? Да, Москва. Мы в Москве! Ура! Какой громкий стадионище, смотрите! Пришел, увидел, победил. Обещаешь? На что ты готов пойти ради меня? На все, чтобы быть вместе с тобой, Агата. Тогда за мной и не отставай. Бежим, там Агата и Добия. Эй! Ух ты! Хорошенько уясните, что мы едем играть в хоккей. Другого такого шанса уже не будет. Нужно постараться. Я и не предполагал, что такое может со мной случиться.